Стоп, стоп! Досмотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Стиме или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam — это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Какая история с компьютером клуба самая интересная? Были ли стычки, драки в самом клубе? Помню, там как-то... Добрый пацан! Я не буду рассказывать, но бывало... Да, даже я там сам... Не были драки, ну, после, скажем так, ну, после игры в клубе там вечером. Ну, это было совсем в подростковом возрасте, это лет 12-13, то есть, ну, ничего серьезного. Какая самая интересная история? Помню, администратора в туалете закрыли. Ну, это, блин, это только тогда казалось смешным. Да ничего такого прям супер смешного не вспомню. Это первое, что пришло в голову. А, еще вспомню, короче, по поводу стычек и драк, помню. Помню, какие-то два челика, уже взрослых реально, какой-то девушке доебались. И, короче, пришел ее брат и обоим зубы выбил. Прям реально, буквально выбил там кучу зубов. Что такое было? На недельку!